Война – это самое страшное время. Потери и слезы в домах. Любви нет на поле сражения, лишь только уныние и страх. И стонут на поле мужчины, и бомбы взрывают поля. Из пушек стреляют отчины, и голос кричит нам «пора». И слышатся детские вопли, и плач родных матерей. Скажу я вам, живите свободно, любите своих матерей.